В парке культуры и отдыха «Березовая роща» снова возобновил свою работу летний читальный зал. На этой площадке сотрудники Дмитровской центральной и детской библиотек проводят различные мероприятия, интересные как для детей, так и для взрослых. В теплые летние дни это самый лучший формат работы. Летом наше население выходит на улицу, хорошая погода, семьи гуляют, развлекаются. И, конечно, здесь появляется библиотека, которая говорит, что как здорово вместе с книжкой расположиться на скамейке, когда ты гуляешь с ребенком, либо просто отдыхаешь. Ну и кроме того, чтобы почитать книги или полистать журнал, мы предлагаем еще какие-то просветительские активности, интерактив, рисунки, мастер-классы. Периодически в летнем читальном зале реализуется проект «Великое русское слово». Ольга Сафонова, инициатор создания этого проекта, готовит для гостей парка оригинальные задания. Слова взяты из стихотворения Анны Ахматовой «И мы сохраним тебя, русский язык, великое русское слово». Сама цель это сохранить русский язык, да, потому что многие забывают, как исконно правильно. Соответственно, ищем какие-то новые формы, чтобы молодежи было интересно. Конечно, прежде всего, целевая аудитория – это школьники всех возрастов, причем и старших в том числе. Взрослым тоже интересно сочинять четверостишье, угадывать музыкальные ляпы, произносить скороговорки и так далее. А когда взрослые вовлечены в творческий процесс, то и детям становится еще более интересно как наблюдать, так и самим участвовать. Отлично. Это же еще и показатель родителям, как можно вечером проводить с детьми время с пользой. Это буриме, это игра в слова, из одного большого слова составить несколько маленьких, это игра в рифмы и так далее. Даже скороговорки. И скороговорки – это тоже целый процесс. Ольга Сафуанова по первой специальности – учитель русского языка и литературы. В рамках проекта «Великое русское слово» в Дмитровской центральной библиотеке она планирует проводить занятия по русскому языку в помощь школьникам. С 1 сентября открываю такой репетиторский час. Один раз в неделю в библиотеке бесплатно буду помогать делать деткам домашние задания, буду помогать писать сочинения. Не просто я за них буду все делать, а помогать, объяснять. Кто-то не понял, у кого-то нет денег на репетитора. Я с удовольствием помогу, потому что я это дело люблю. А пока все самые интересные активности творческий коллектив Дмитровской центральной библиотеки проводит на свежем воздухе. В парке «Березовая роща» мы базируемся вместе с детской библиотекой по вторникам, средам и четвергам в 11 часов утра. Но следите, пожалуйста, за изменениями на нашем официальном сайте или в группах в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук. Там мы сообщаем, если какие-то погодные условия нам помешали или какие-то бывают изменения. Кроме парка «Березовая роща», нас еще можно встретить по пятницам в парке имени Лямина в городе Яхрома. Там мы тоже проводим разнообразные мероприятия, в том числе и в рамках проекта по русскому языку.